Подъем, подъем, просыпаемся, встаем. А, в смысле, уже утро? Зачем будить в такую рань? Ладно, девочки, встаем. Я не выспалась и всю ночь в телефоне сидела. А мне вообще не уснуть было на новом месте. Я вообще ночью не спала. Ну, девочки, это там уже ваши проблемы, а у нас все по режиму и расписанию. Вставайте. Сегодня вы будете рисовать стенгазету. Что? Вставайте и в столовую, потом все расскажу. Девочки, вы готовы? Ну, вроде да. Пойдемте тогда быстрее. Идем в столовую. Эй, быстрее в столовую, пока не закрылась. Да не закроется она. Ой, а что тут столько народу? Девочки, давайте быстрее, линейка и зарядка скоро начнутся. Стоп, что? Снова линейка? Ну вы даете, с утра, конечно, всегда линейка, а потом зарядка. Ну а потом вы уже спокойно сможете пойти в столовую. Меня, кстати, зовут Роза, и я езжу в этот лагерь каждый год, и все тут знаю. Если что, обращайтесь. Я из первого отряда. Ну ничего себе, еще целый час до еды, можно было и проспать. Да уж, зарядка это не мое. Ладно, пойдемте, раз уж пришли. Итак, дети, наша зарядка закончена. Вы можете идти на завтрак, но подождите. Вам, наверное, говорили ваши вожатые, что мы сегодня рисуем плакаты. Поэтому после завтрака вы заходите к себе в комнату, берете все для рисования и рисуете плакаты вместе со своим отрядом. На улице будут поставлены столики, вы сядете там. Плакаты, понятно. Быстрее идите в столовую. Ну что, в столовую? Ага. Ну что, рисуем? Ну да, конечно, сейчас еще остальные подойдут. Отлично, я думаю, вот тут вот надо добавить радугу. Да нет, вот тут, вот тут, добавь, вот тут. Вот надо тут, добавить, не надо радугу, я сказала. Нет, вот надо добавить, вот добавь радугу. Ну вот у нас и готово. Как красиво получилось. Ага, даже очень. Мы с вами точно выиграем. В чем же это? Как в чем? Разве тебе не говорили? В конкурсе стенгазет. А у нас будет конкурс стенгазет? Да, когда все дорисуют. Сто, у них так красиво. Я не хочу, чтобы отряд моей сестры победил. Я укладу у них стенгазету, и тогда у нас будет больше шансов на победу. Эрика, посторожишь нашу стенгазету? Мы сейчас быстренько сходим и вернемся. Ну хорошо. Посторожу, посторожу, никто ее не заберет. Эй, Эрика! А? Кто там меня зовет? Сейчас я быстро сбегаю, а я думаю, ничего тут не случится. Иду, иду. Вот так. Уберу эту газету куда подальше, а лучше вообще спрячу или разорву в клочья. Хотя нет, рвать не буду. Ну, надо хотя бы спрятать. И тогда моя сестренка со своим отрядом точно не победит, а побежду или побегу, не знаю. В общем, я побегу со своим отрядом, вот. Странно, видимо, не меня звали, и в этом лагере есть еще одна Эрика, хотя имя редкое. Где стенгазета? Это что, была какая-то ловушка? Что же мне теперь делать? Что обо мне подумают одноклассники? Спасибо тебе за прекрасную работу. Наш план сработал. Да не за что, обращайся. Ладно, я пошла. Мы теперь точно выиграем? Ну, думаю, да. Хи-хи. Все сюда, ребята. Ой, Эрика, что ты плачешь? Я не уследила за стенгазетой. Мы ее так долго рисовали. Как не уследила? Ты же тут была. Нет, меня кто-то позвал, я пошла, а потом прихожу, а ее тут уже нет. Ну не плачь, Эрика. Не плачь. Ну, может быть, мы ее найдем. Зачем плакать-то? Успокойся. Так вы не сердитесь? Нет, конечно, ты что? Ребята, идите сюда, быстрее. Ребята, итак, мы начинаем конкурс. Каждый вместе со своим отрядом должен был нарисовать свою стенгазету. Итак, выходят представители. Тот, кто будет представлять свой отряд и свою стенгазету. Прошу.
Первый отряд выходит представлять Дарья. Второй отряд представляет Скейти. Третий отряд представляет Эрика. И четвертый отряд представляет Лиза. Эрика, где же твоя стенгазета? Вы что, не рисовали? Рисовали, но ее кто-то украл. Ха-ха-ха, так тебе, сестричка, и надо. Теперь наш отряд победит. Это был мой план. Ой, кажется, я проболталась. Что? Даша, немедленно отдавай их газету, а не то. А то что? Уберем вас из конкурса. Не надо, вот их газета. Даша, ты Даша. Итак, вот у нас отряд Искорки. Ну вот у нас и список тут, в общем. Ясно. Второй отряд. Мы сделали наш девиз и много имен. Всех, кто есть в нашем отряде. Мы веселые котята, и отряд наш небольшой, но зато он самый дружный, самый лучший и крутой. Отлично! Следующая стенгазета. Ветер поддувает, кораблик наш плывет. Давайте, капитаны, быстрее, полный вперед! Замечательная стенгазета. А наш отряд называется «Конфетки». Тут у нас список всех, кто тут присутствует. И также наш девиз. Мы, конфетки, лучше всех. И всегда нас ждет успех. И тут есть некоторые фотографии участников нашего отряда. Нам нужно 5 минут на совещание. Молодцы, ребята. Все выступили идеально. Если бы не глупая выходка Даши. Мы тут с жюри посовещались. В итоге выбрали стенгазету третьего отряда. Потому что она получилась лучше всех. Ура! Еве, ты представляешь, мы выиграли! Ага, ура! Вот такая вот история произошла сегодня в лагере. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. Всем спасибо за просмотр. И пока!